Да. Ух ты, БМП. Да, якась. И два ряда колес выгорели. Ну что, пошли здороваться. Да. Ну что, привет, самолет. Это пиздец. Это ужас. Да, я, так сказать, чуть лучше думал, что ситуация, да, то есть с этим экземпляром, ну, что мы сейчас, давай пойдем к основной части. Кабина, да, кабина. Кабина сама по себе, сейчас я секунду скажу. А кабина вот тут кабина. Вот она, вот тут. Вот в этом всем. Вот это где-то тут кабина. То есть ничего нет. Ничего нету, да. Ничего нет. Ну вот двигатели три штуки, это да. Это нормально. Потому что сами смотрите, что с тем двигателем, это уже ничего. И там только может быть шестой двигатель. Может быть, да. Но стойки шасси, по крайней мере 5 стоек шасси, наверное, можно будет использовать, наверное. Это опять же комиссия все решит и определит, и все сделает. Это тоже дорогая речь, да? Естественно, это уникальное, их нигде сейчас не делают. То есть, если что, заказывать, это по новой надо производство делать, по новой, это такая серьезная работа. Поэтому... Ну что здесь, закрылки... Все целые, то есть их, они, может, предкрылки. Литачок его Петипхал, Петрымов. Да, литачок Петрымов Мрию. Самый маленький литачок Петрымов, самый великий.